Пополнить боеприпасы. Пополнить боеприпасы. Пополнить боеприпасы. Пополнить боеприпасы. Пополнить боеприпасы. Пополнить боеприпасы. Что, жарко? Всех успокоили, товарищ лейтенант. Да, здорово бегают. Командиром взводов усилить наблюдение за противником. Есть, командиром взводов усилить наблюдение за противником. Выслать разведку. Есть, выслать разведку. Трех офицеров снял Воробьев. Товарищ лейтенант, он так стреляет, метит в глаз, самый зрачок попадает. Все хорошо работали, товарищ Айманов. Ну как, в порядке? В порядке. Ну-ну. А вас что? Да заело. Заменить неисправное оружие. Есть, заменить неисправное оружие. Раненых отправьте в тыл. Есть. Васильев. Ерзерек Батлет. Хороший человек. Смелое сердце. Да. Товарищ Воробьев. Вам что, товарищ Клава? Лейтенант Кротов прислал перевязать вас. Я ему ничего не говорил. Садитесь. Товарищ Клава. Садитесь. Расстегните воротник. Больно? Нет. Так хорошо? Не туго? Нет. Вы, товарищ Воробьев, не очень головой вертите. Цельтесь спокойно. Есть спокойно целиться. Ну вот и все. Спасибо, товарищ Клава. Чудесный ремонт, Клавочка. Ничего, ничего, до свадьбы заживет. Это ко мне не относится. Ну, ты, друг, не очень. Замечательная девушка. Когда кончится война, обязательно женись, Петя. Сам женись. Я уже 7 лет женат. Ну и будь здоров. Каждый раз после боя пишу, что жив. Одна у меня совсем маленькая, как весенняя трава. А другая постарше. Шолпан зовут. А третья... Воробушка. А третий уж читает. Нет, ты все только женись, Петя. Советую. Не люблю я детей. Я к ним хладнокровен. Понял? Хочешь курить? Почему ты такой странный, Петя? Если человек до войны не такой хороший был, то надо сейчас быть совсем хорошим. Держать боеприпасы наготове. Не нравится мне эта тишина. Воробьев, Айманов, смотреть четыре глаза. Есть? Есть смотреть. Тихо пока. Не любит фашисты нашу погоду. Угу. Еледі жау жақ беттен, қоңыз қаптап, от төкпек, өлмек пек, зәрін шашпақ. Дүниенің қасиеті қазынасын, аяусыз темір табан өтпек таптағай. Кеудемде кешілмейтін кек қайнайды, қоярмын қозғамастан сазан сақтағай. О чем это ты всегда поешь, Сабит? Казах с песней рождается, с песней живет, с песней умирает. Я пою, ползут немецкие танки, как черные жуки, ползут они по степи, как скорпионы,
хотят в самое сердце человека ужалить. Как я их ненавижу. Вот про что я пою. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Как будто опять ползут гады. Вижу. Товарищ лейтенант. Деревня Ивановка. Наблюдается наступление противника силой около роты, прикрываясь нашими женщинами и детьми. Вижу. Командиру пулеметного взвода. Фланговым перекрестным огнем. Отсечь противника от женщин и детей. Есть отсечь. Командирам взводов. Быть готовым к переходу в контратаку. Есть быть готовым к контратаку. Выполняйте. Третий взвод. Залп в воздух. Огонь! Женщины! Ложись! Ложитесь, Жура. Аня!
Маточка испугалась. Здесь лучше будет. Окопавшемуся противнику огонь! Ребенка надо. Разрешите мне. Иди. Товарищ лейтенант, товарищ лейтенант, Айманов ранен. Разрешите мне? Иди. Есть. Не надо ко мне, не надо, иди, иди к нему. Пост сообщает, идет немецкое подкрепление численностью до 2 батальонов. Минометному взводу открыть заградительный огонь. Есть минометному взводу. Пулеметному взводу подавить огневую точку ориентира 4. Есть пулеметному взводу подавить огневую точку ориентира 4. Тремя минами беглый огонь! Готов! 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 Выстрел! Держись за пояс.
первом-втором взводу атаковать противника во фланг. Есть первом-втором взводу атаковать во фланг. Сила Ивановна. Товарищи, в атаку! За мной! На родину! На Сталина! Ура! Смотри, товарищ лейтенант, загубит ребенка. Он ему пустые гильзы дает играть, а Андрюшка их в рот берет. Ну-ка. Ой, молодец. Ребенка надо эвакуировать в тыл. А я что говорю, товарищ лейтенант? У нас в Казахстане так спокойно, такая степь у меня, товарищ лейтенант. Жена, дочки. Понимаешь, сына нет. Товарищ Иманов, ведь это же чужой ребенок. Отца его эти сволочи повесили. А мать вы сами видели. Мой это ребенок. Воробьев детей не любит. Он сам мне об этом говорил. Ну, ты не всегда словам верь. Наши. Так вот, товарищ Воробьев, ребенка надо немедленно отправить в тыл. Товарищ лейтенант, у меня мать в деревне. Разрешите к ней отправить. Воробьев детей не любит. Это я раньше так думал, товарищ лейтенант. А вот теперь, когда его под огнем доставал. Товарищ лейтенант, могу я считать себя отцом этого ребенка? Да, трудная задача. Ну как тут быть? Товарищ Иванов. Если он его действительно так любит, пусть ребенок будет Воробьев. Клавочка, моим дочкам опустить письмо. Обязательно. До свидания, Клавочка. До свидания. До свидания. Я вам повязку хотела переменить, товарищ Воробьев. Теперь же поздно. Вы Зину попросите. Хорошо. Болит? Ничего, заживет. Клава, скорее уезжай! Давайте ребенка. Клава, вы его на какую фамилию записали? Я поставила знак вопроса. На него же нет документа. Знаете, Клава, запишите ее на мою фамилию. На Воробьева. Хорошо. Я запишу на вас, Петя. Клава, садись! Прощай, Андрюшка. Thank you.
Қазыр мой мұнава қырған Өтпейдің сөйтірмей ау Ағағам мұғын Елеусіз тасқа тамған Ақыл құшасында должен проверить. Ну-ка, отвечай. Широка страна моя родная. А дальше как? Много в ней лесов, полей, рек. А что? Ну, то-то. Теперь я тебя насквозь вижу. Своя. Вылезай. Раз своя, зачем прячешься? Нашла время в прятки играть. Вылезай. Амчи! Будь здорова. Спасибо. А как тебя зовут? Танька, а тебя? Меня? Меня зовут товарищ В. В? А что это за имя такое? Это не имя, а первая буква. Первая буква чего? Ладно, раз ты своя, тебе так уж и быть, скажу. На самом деле меня зовут Ванькой. А почему же ты буквой зовешься? Ну, чтоб меня немцы не распознали. Ну, знаешь, как в газетах пишут? Знаменитый партизан товарищ П. Или там товарищ М. Да. А я товарищ В. А ты что, партизан? Ну, раз я иду в партизаны, значит, я все равно, что партизан. Я буду немцам мстить. Нашу деревню сожгли, сволочи. Знаешь, возьми меня с собой, а? Тебе? Да. Нет, это наше мужское дело. Тебе не в партизаны надо, а за мамкину юбку держаться. Нет у меня мамки. Никого у меня нет. Мою мамку немцы повесили. Не реви. У меня тоже никого нет. А я
Я не плачу. Морока мне с тобой. Сдам тебя в первый сельсовет, пускай там тебя в ясли отправят. А мне с тобой возиться некогда. Мне надо немцам мстить. Ой. А тебя все равно не возьмут, скажут, что маленький. Возьмут. Увидишь, что храбрые возьмут. А где ж ты партизанов найдешь, когда они в лесу прячутся? Я пойду в лес и свистну, и найду. А ты умеешь? Я далеко свистеть умею. А ну-ка. Эх ты! Куда тебе в партизаны? А я научусь. Научусь? Да. И гранаты бросать тоже научусь? Тоже научусь. Да ты дальше своего носа не добросишь. А ну-ка посмотрим. Вот посмотрим. Посмотрим. Это значит, как будто бы граната. Да. Вот я ее... Раз, два, три. Теперь ты. Вот как будто бы граната. Вот я... Нет. Вот я ее раз. Вот я ее как будто бы два. Вот я ее... Вот я ее... Три. Сорвалась мина номер 4. Дорога 17. По донесению связи противника не оказалось. Осмелюсь доложить, господин капитан. Судя по всему, она взорвалась по чистой случайности. Может быть, пробежала курица или... Ерунда. Курицу часовой бы заметил. Вполне возможно, мы отсюда скоро уйдем. Позаботьтесь о провианте и вещах. И мне хотя бы еще парочку одеял. С декабря не могу согреться. Перестаньте чесаться, черт вас побери! Как обычно, из каждого дома по одному заложнику. Приступайте. Слушаюсь, господин обер-лейтенант. Кто из вас будет говорить с населением? Повторяю, кто из вас будет говорить с населением? Ну! Родные мои, начальство сказало нам так. Принесут ваши к утру муки 20 мешков, бочонок масла или сала, яиц 150, мяса пудов 20. Вот значит, тогда останетесь живы. А не принесут, повесим вас ровно в 10 часов утра. Так вот, родные мои, хочу я вам сказать, ото всех нас. Прощайте! Неоткуда вам взять ни масла, ни сала, ни муки, ни мяса. Этого у вас нету! Слышите? Нет этого у вас! И если останетесь живы, помяните нас, но только не в храме Божьем, нет, а в лесах да в полях. Все... Ты что говоришь? Тебе что было приказано говорить? М? Взять! Разрешить доложить, господин омер-лейтенант. Берется стакан молока, полстакана маслица, все это кипятится, солится, потом опускается на 3 стакана манной крупы, добавляется 8 желточков, 8 белочков, все это перемешивается и чайной ложечкой опускается в кипящий бульон. Господин омер-лейтенант, обед готов. Словом, завтра мы вам сделаем суп с клетками. Нате вам клетки.
руки и дал жестокой мне отказ. Черт его знает, какая тут плепорция. Борщ любит плепорцию, а черт его знает, как... Вот опять же недосол. Недосол он на столе, а пересол так... Ты что здесь шипишь? Шипишь? Это я-то? Ты-то. Так я тебе и сказал чего. Я тебе сначала проверить должна. Должен. Ишь ты? Да. А ну-ка, широко! Что ты? Страна моя родная. А дальше как знаешь? Ну знаю, а что? А ну как? Много в ней полей, лесов, там разных всяких таких рек. А тебе зачем? Ты что со мной, песни петь собираешься? Да нет, я тебя просто испытываю. Ну вот теперь орешь, а ты парень свой. Ах, свой, а вот. Тебя как звать-то? Меня? Да. Меня зовут товарищ Ве. Как? Ве. Ах, Ве. Да. А, вон а что. Я партизанов ищу. Партизанов? Да. А зачем тебе партизаны? А ты меня, дед, не выпытывай. Много будешь знать, скоро состаришься. Это военная тайна. Вот это верно, да. Это верно. Дед. А? А ты не знаешь, где здесь партизаны, а? Партизаны? Да. Что ты, милый человек, что ты? Что ты? Я здесь по лесному делу, на вот, держи. Пойдем, пойдем. Вот тут вот, вот иди сюда. Вот тут на полянке, видишь? Обед готовлю на артели. Дед, а ты свистать умеешь? Хоть ты, то тебе свистать, то тебе пой. Скоро ты меня еще плясать заставишь. Тебе смешно? А завтра немцы всех повесят. Кого повесят? Где повесят? Что ты болтаешь? Ты толком говори. Да что я буду каждому рассказывать? Не каждому, а мне. Ну, кто я, по-твоему, буду? Вроде как кухарка. Кухарка? Врешь ты, кухарка. Я интендант кухарка. Ну? Ой, партизан, дедушка. Ку-ку, ку-ку, ку-ку. Петяшка, Петяшка, иди сюда. Дело есть. Иди сюда. Ты черт окаянный сила. Слушай меня. Наше дело в шляпе. Слышь ты? Эх, свой парень, как тебя разморил-то? О, вот так товарищ Ве. Ай-яй-яй-яй-яй, ну пойдем, пойдем, ничего. Пойдем. Здесь недалеко, пойдем. Рядышком пойдем. Вот пойдем. Очень он похож на кого-то из ребят моей школы. Чего ты испугался? Тебя как зовут? Крылов. Ванька. Ванька Крылов. А, из Прохоровки. Ага. Нет, обожди. У Крылова уже, я помню, девочка была. Ну да, у нее что-то еще там по арифметике. Это не я. Честное слово, не я. Это сестренка моя. А где она сейчас, твоя сестренка? А? Сестренка-то где? А я ее в ясли отправил. Там ей, девчонки, самое подходящее место. Товарищ командир, мальчишка не наврал. Завтра в 10 часам утра их всех и старика Сафронова тоже взяли. Так. Ну что же, а мы и третью ночку не поспим.
Вот, даю полтора часа на обед и отдых. Дед, ну что же ты, борщ-то готов? Черт, а? Готов, конечно, готов, сейчас принесу. Борщок, борщок, борщок! Меня ничто не беспокоит, такое не дал, когда сила раздавался, не сидел, а написал. А я с вами пойду. Все? А вы только тогда Таньке зря двойку поставили. Да. Она арифметику во как знает. Да. Да. Ну, пошли обедать. Интересно, какую сегодня отраву будем хлебать? А говорил, возьмите меня, я могучий повар. Эх ты! Да чего сегодня выдающийся борщ? Молодец, дед, удружил. Здорово. Самый смотрый. Да нет, смотри, Клава. Могущественный борщ. Так это, борщ его ведь надо уметь варить. Тут, понимаешь, припорции должны быть. Верно, дед, верно. Вы борщ. Дед, ты? Слышка, ты меня не выдавай, ладно? Великолепный борщ. Ну что ж ты, дед, раньше притворялся, что стряпать не умеешь? Ты это еще что? Я вот вам завтра сготовлю, нет, будет, да. Ты еще что умеешь? Суп с клёцками. Чего это? С клёцками. Ишь ты. Я вот вам завтра суп сготовлю с этими, как их, с клёпскими. Вот это будет суп. Всем супам суп. Едят те комары. Ты-то куда? Пусти меня, дед, я с ними. Нет, мне для супа помощник нужен. Пусти, я тебе говорю. Василий Васильевич, товарищ командир, я с вами. Верно, я с вами. Разве суп варить это мужское дело? Едят те комары. Куда? Куда? В общем, там мужское, не мужское, ты здесь останешься. Вот будешь деду помогать. Ничего, ничего. Каждому свое. Я вот тоже в 17-м годе. Эх, как партизанил. А вот теперь... Интендант, что это я запамятовал? Как это суп с клёпскими, а? Три стакана маны, стакан молока, полстакана масла, восемь яиц и немножко соли. Не реви, не реви, не реви. Такой большой парень, товарищ мой, а ревёшь как девчонка. Что это у меня крупка ванная где-то была? А я, Ванька, лихим партизаном был. Меня сам товарищ Котовский хвалил. Ванька, ты слышал про Котовского, а? Ванька! Вот ты, вот ты Каказия, едят те комары. Thank you.
Что? Ничего не понял. Алло. 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 Ну что у вас с этим идиотским телефоном? Алло. Ничего не слышно. Алло. Чумел? Там, там. Ну? Черт! С рогами, с длинными, язык красный. Где? В печке. В печке. Вдохни. И от меня одну будьте добры. Вот я встану, я разделаюсь с тобою. Затопи скорее печь. Я просто подыхаю от холода. Опять черти! Где ж там? Эти сволочи придумали новую моду. Каждую ночь меняет место. Трусят они. А хочешь, я сейчас найду. Значит так, как услышите гранату, разом все начинайте. Есть. Пьяный болван сунул в печку патрон. Кто ты такой? Меня зовут товарищ Ле. Кто? Это я, товарищ Ве. А, я тебя знаю. Ты девчонка Танька. Вот что. Ой! Ну что, съела? Танька? Дай шапку. Не дам. Дай. Не дам. Дай. Есть скорее, чуть-чуть нету.
скажи никому. Всем скажу. Ну не надо. Танька, Танька, девчон. Открой, болван! Открой, труп! Открой скорее ее булавую дверь! Немедленно открой! Придется нашим офицерам кушать этот прекрасный суп с клетками. Да, и мне бы не пришлось, но я не притворился мертвым. Главное в военном деле это понимать. И я понял. Да, знаешь, самое главное у них это черти. Страшные, большие, с длинными красными языками и стреляют. Ну? А живут они, знаешь, где? В бочках и в печке. Не может быть. Я сам видел. Я только хотел затопить печку, как вдруг... Черт его знает. Все плепорции есть, а клепсков нету. Суп? Да, суп с клетками. И сейчас уйду. С клетками? Да. Вот спасибо. Выручила меня старика. Пойдем. Нет, пойдем. Я уйду. Никуда пусти ты меня... не уйдешь. Пусти пойдем, меня... пойдем. И вот Таня Крылова, моя ученица, пробралась в лес, выдала себя за мальчика и приняла участие в боевой операции, вопреки моему приказанию. А меня, брат, не надуешь. Гляжу, плепорцы не те, вижу девочка, вон она. Да. Ну, я думаю, товарищи, нам всем близки и понятны ее чувства и переживания. А поэтому предлагаю провозгласить в честь нашей юной патриотки партизанское ура. Ура! 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 Да, есть еще предложение, товарищи. Товарища Крылову Татьяну зачислить на боевое и продовольственное довольствие отряда. Правильно. Зачислим. Правильно. Зачислим, значит. Предлагаю зачистить ее в интенданты. Научу варить ее там разные клепки и другие вареные мясо. Вот. Я чего тебе? Говорил бы с командиром. Чего? Пускай она меня зачислит. Куда? Партизаны. Тебя? Тебе в партизаны нельзя. Куда же? Тебя в ясли нужно отправить, вот куда. Ой, Марокко мне с тобой, честное слово. Ну ладно, я уже так и быть. Поговорю.